Это флокс Петр. Это флокс моей селекции. Я его вывела в 2011 году. Размер цветка среднекрупный. Ну, я люблю среднекрупные и крупные цветки. Значит, он 4,3-4,5 сантиметров. Высота куста 60-70 сантиметров. А срок цветения средний. Цвет этого флокса сиреневый с посветлением в центре. В сумерках он изменяет свой цвет на более насыщенный и немного уходит в сторону синеватого, но я не совсем не могу сказать, что он синеет или голубеет. Нет, он просто меняет свой цвет на более такой глубокий, насыщенный, холодный. Цветок колесовидный, лепестки перекрываются. Соцветие округло-коническое, плотное. Сейчас он еще только зацветает, поэтому он не покрылся весь еще целиком цветками. Просто мы из-за погоды не понимаем, то ли снимать, то ли ждать, то ли все-таки снимать. Поэтому вот, ну, решили снять. А стебли у него хорошие, толстые, крепкие. В подвязке он не нуждается. У него достаточно крупные соцветия, гармонично смотрящиеся на этом кусте. И общий вид такой вот, ну, хороший, богатый, добротный. Разрастается он быстро. Назначение у него универсальное. Подходит и для коллекционных садов, и для парков, для чего угодно. Зимостойкий, устойчивый. И вот сейчас мы снимаем вечером. И как раз можно в вечернее время посмотреть, какой он насыщенный, какой он такой лиловый, какой он замечательный и красивый. Да, кстати, вчера шел сильный дождь, и вот так он выглядит после дождя.